Всем привет! Мы идем на коп. Будем искать сокровища, клад. Смотрите, тут куча елочек, сосонок. Здесь трактор только что проорал против пожара. Красота такая. Весна. Хорошая погода. Чапаем. Щось папі цей нравиться більше, чи що? Що в траві може бути таке, а? Короче, ничего интересного. Нет. Ошибка. Здесь пропало. Мусор. Что там, отдыхаете? Махайте. Показывают металл. Металл мне не интересен. Какой сюрприз у тебя? Ты тут у любви, мам. Класс, спасибо. Понухай, мам. Мусором засыпано. Фольга, бач. Капец, фольга. Понюхай. Смотрите, а тут колодец. Тут когда-то кто-то жил. Телефон, друзья. Есть вода. И тут ведро есть даже ржавое. В общем, остался только колодец. Больше ничего нету. Совершенно ничего. Пусто. Так, что-то есть какой-то сигнал. Причем странный. Сейчас посмотрим. Короче, кусочек металла. Ничего интересного. Жаль, идем дальше. Что-то папа там нашел. Сколько ям? Поперерывали уже все. Что там? Что-то есть? Что-то есть? Железяк. Ну что-то пока что глуховато. Что там, что-то есть? Смазанный сигнал. 1 цент показывает. 1 цент? Угу. О, 25 центов. Ух ты. Ну давай, рыть. О, смотри, монетки. Так, а ну, ух ты, какие-то монетки, еще одна, ой, еще. Так. Царская. 2 копейки. Царские?
Да, смотрите, царская монетка. Класс. Это номер СПБ. Класс, ну хоть что-то нашли. Я, конечно, не знаю, сколько она стоит. И еще какие-то. Сейчас покажу. Так. Какой-то... Что-то тоже непонятно. 5 монеток мы их нашли. Ой, где пятая? По-моему, я ее потеряла. Ребята. Где-то уронила. Ё-моё. Вот нашла. 5 монеточек. Прикольненько, но хоть что-то. А то одна металюка. Что-то еще. Папа зовет, что нашел монету. Еще монета. Что за монета? Вот цена известна. О-о-о. Все равно надо очищать чемось. Тут вообще непонятно ничего. А ну сейчас пойдем. Что там нашли? Что там нашли? Что-то непонятно. Непонятно. Покажи, мам. Не видно ничего. Ай, Коль, подожди. 3 копейки 71-го года. 71-й год, 3 копейки. Кто? Покажи. 3 копейки 71-й год. 71-й? Да. Ну это тоже старое, вот, да? Так вот. Ей 46 роки. Представляете, папа еще нарыл монету. Ой. А нет, ну уж. Вот сейчас помоем, покажу, что это. Короче, смотрите, это СССРовские. 3 копейки и 5. 5 копеек, сейчас скажу. 89-й. Короче, пошли котики искать. Да идем, сейчас дедушку ждем. Дедушка где-то лопату потерял. Сейчас идем. Мы ему котики лишь бы искать. Короче, все. Мы уже находились. Идем домой. Устали. Ну, немножко монеточек нашли. Это папин старый металлоискатель. Устали, страшно. Очень далеко идти пешком. О, кто-то бежит. Ты что бежал? Ты с котиками? Короче, все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть следующие наши находки. Всем пока. Красота какая.